Эти малыши знают, что ментальная арифметика – это весело и интересно. Занятие всегда начинается с разминки, после чего дети садятся за стол и начинают разогревать свои пальчики на специальных счетах, абакусах. Вот теперь можно приступать к уроку. С этим инструментом юные математики из клуба «Пифагорик» познакомились полгода назад и уже с легкостью складывают и вычитают числа в пределах десятка. Детям нравится. У детей развивается ментальность. Правое полушарие, левое полушарие. Очень хорошо идет мелкая моторика. Потому что сейчас нашим деткам, которые идут в школу, именно мелкая моторика мешает освоить письмо, мешает освоить счет. Вот. А мелкая моторика должна быть хорошо развита. И поэтому тем деткам, которые занимаются ментальной арифметикой, им будет гораздо проще подготовиться к школе и начать побыстрее осваивать школьную программу. Ментальному счету Анна Владимировна учит мальчишек и девчонок 5-6 лет. Золотое время для начала освоения этой методики. Чтобы уделить каждому ребенку внимание, воспитатель проводит занятия по подгруппам. Урок длится час, и чтобы дети не уставали, делают динамические или музыкальные минутки. Сменяемость образа действий помогает хорошо усваивать материал и не терять интерес к занятию. А посмотрите, у Саши, у нашей, у нее вообще какое-то другое число. Девять, отлично, умница. Сашенька, а у тебя? Ноль. Саша Котенев очень любит решать примеры. Признался, что ему интереснее складывать, а не вычитать числа. Счет при помощи абакуса освоил легко. Юный математик привел яркий, образный пример для тех, кто только хочет постичь эту методику. Ну, надо начинать с самого простого. Ну, например, ты сначала катаешься на четырехколесном велосипеде, а потом на двухколесном. Теперь понятно, почему говорят, что умение быстро считать – это лишь приятный бонус. Ментальная арифметика развивает у детей воображение, помогает раскрыть таланты и способности. Конечно, здесь очень важен формат занятий. Когда все происходит в комфортной для ребенка атмосфере, появляется и интерес к предмету. У Майи Деняк, например, есть любимое число. 8. А почему? Потому что она красивая и... Мы живем на 8-м этаже. Способности к арифметике у Майи от мамы. Людмила Александровна по образованию учитель математики. По ее наблюдениям, за полгода занятий Майя отлично освоила азы ментального счета. Как и любое занятие с детьми, оно требует подтверждения дома с родителями. То есть нужно все это тренировать дополнительно. У меня 4 дочки, и поэтому они все садятся, да. И Майя их учит именно ментальной арифметике. То есть все дети занимаются у меня традиционной методикой обучения математике, а Майя их учит ментальной арифметике, то есть представлять все это. Мы брали абакус, тоже она дома и показала, как это делать все. Ну, конечно, все были старшие в шоке. Она их сделала всех. Главный секрет этих занятий в том, что после того, как малыши свободно освоили счеты, они начинают производить все вычисления в уме. Подкрепляя свое умение специальными движениями пальцев, малыши решают примеры с закрытыми глазами. Возможность заниматься ментальной арифметикой в детском садике «Дюймовочка» появилась благодаря участию в грантовом конкурсе программы «Металлоинвеста. Здоровый ребенок». Грант выиграли первый раз. Поэтому мы очень рады и благодарны компании «Металлоинвест» и довольны, то, что у нас есть такая возможность заниматься ментальным счетом. Я думаю, родители довольны, детям очень нравится, у них это получается, и уже видны результаты. Дети считают, то есть они быстро, у них скорость в счете, развивается у них и память, и мышление, и логика. То есть они уже креативно мыслят, творческие способности у них развиваются. Математическая формула успеха этих занятий очень проста. Понятная методика плюс комфортная атмосфера равно высокие результаты. У этих малышей есть еще целый год для подготовки к школе, и они без сомнения научатся решать сложные примеры быстрее калькулятора.